Короче, сорян, народ. Что-то у меня со щитами. Давайте его доломаем. Где тут? Эй, дамочка. Иди сюда. Я тут. Мама. Короче, ладно. Эй, воу. Я через тебя перепрыгивал вообще-то. Вас, сукины дети. Я вам сейчас такую жатву устрою. А ты летай отсюда, блин. Щенок. Так, что у меня там? Где что стояло? Блин, темнеет. Черт побери. В темноте то еще удовольствие эти вентили открывать. Там реально неудобно будет. Да, вот тут, кстати, да, здесь торговец. Где у нас кто? Так. Пойдемте туда. Нам сюда пока не нужно. Ну или нужно, но не очень. Отстань. Нет. Не хочу я с тобой общаться. Движись. Ай. Вот так. Так будет намного проще. Эй, вау, ну не подвисай, ёлки-палки, а! Ты в корень. Так. Надо было твинтель напоследок оставить. Он, в общем-то, несложный. А вот дальше... Ночь просто уже наступает. Вот, кстати, тоже немножко непроработанный момент с маскировкой, да, потому что, видите, они все равно агрятся. Они как бы агрятся, подходят к тебе и стоят, ждут. Эй, оу, ты обалдел, что ли? Ну, спасибо, елки-палки, Крейн, ну ты даешь вообще, а? Не использовал эту кошку, я рухнул в итоге в эту дурацкую безопасную зону, блин, в которую мне нафиг не надо. Отстань. Ай, черт, мне сюда не надо. Ну, то есть надо будет потом. Но потом. Сейчас пока не нужно. По ночам тут бегать можно. Но, опять же, тут, как сказать... Понимаете, я почему ночью не бегаю? Потому что... Ну, мне это не надо именно с точки зрения прокачки. По ночам бегать интересно, когда тебе нужно прокачиваться. Тогда, конечно, да, это имеет... Это реально... Это не просто имеет смысл. Это пипец какой смысл имеет. Так, стоп, а мне куда... Мадам. Пошли нахрен, мрази. Вау! Сударь, вы откуда здесь взялись-то, блин, а? Ты гнида такая. Ты, я смотрю, шутник. Выперся, блин. Супермен. Так, где тут? Значит, когда у меня оружие сломалось, он вылез. Блин, я и забыл, что здесь еще один. Именно вентиль. И там сейчас надо будет... Блин. Точно, сейчас же надо будет включать эту большую группу вентилей. Черт. Видите, у вас тут оргия, блин. Да, как там... Немножко перекиси водорода, и любая кровавая разборка превращается в веселую пенную вечеринку. Ну, открывается. Блин. Облутали уже все. Так вот, как я уже сказал, как бы... Овчинка выделки не стоит. Так, нам сюда. Здоров, чувак.
То есть бегать ночью имеет смысл, когда вы качаетесь. Если вы не качаетесь, то и ваши побегушки ночные, извините, нахрен никому не нужны. Потому что, ну, вы просто будете больше напрягаться и все. А профита-то не будет никакого. Кстати, можно будет задание забрать, между прочим. Да. Да-да-да, между прочим. Тут же у нас дом с красным дымом. Дым с красным домом. Не, давайте-ка сначала с заданием разберемся, потому что оно сейчас там такое геморное, ей-богу. Бляха-муха. Так, ну тут хитрость простая. Надо вот здесь вот занырнуть как-то и попасть внутрь. Хотя я, например, в свое время дико тупил, не мог понять, что мне делать, потому что как бы все перекрыто, я бегал, искал, думал, ну может быть, ну как бы логично, что это где-то на территории, да? Хрен-то там, блин, нелогично. Тут, естественно, берем... Не, ну мы берем лук. Ну вот так. Он геморройно убивается, этот чувак. Потому что он стоит к тебе боком, пытается там как-то спрятаться от тебя, рукой закрыться, еще что-то. Еще одну стрелу отдай. И эту свою тоже. Булаву. А сейчас будет весело. Потому что, во-первых, наступает ночь, зовет и манит, блин. В этот момент надо бежать и бежать быстро. Покиньте зону взрыва, блин. Я когда первый сыграл, я затупил. Бдыищ. Газовый гигант, ты что сделал? Отвечай. Открыл местный вентилятор распределительный. Ага, а балластные линии забыл? Чё? Чего? Метан мне в кишке, я все тебе должен объяснять? Да, чувак. Разве не ясно, что ты должен был закрыть все вентили на синей линии, чтобы сбалансировать давление? И побыстрее, эту трубу выпускают... Больше газа, чем бабушка на Рождество. Простейший вариант. Пользуемся маскировкой. С маскировкой все намного проще. И сейчас надо закрывать синие вентили. Вон один. Ну давай, что ты, блин, а? Два часа стоит, блин. Обновляем маскировку. Да блин, хорош подвисать, а. Так, где еще? Но... Где-то еще один, вот он. Ну, давай, Крейн! Получилось, пипули, сюда, солдат. Сынок, это не флот, выпей кофе, протрезвей. Такой чмошник, блин, этот. Если у вас есть маскировка, ребята, прокачка ночью для вас это одно удовольствие. Вы просто ходите и ломаете шеи. Чё ты говоришь? Подошел сзади. Правда, по-моему, за это дается чуть меньше опыта, чем за если вы делаете именно убийства такие адекватные. Вот, но в целом, какая нахрен разница? Вам же опыт нужен. В конце концов. Обновляем маскировку. Вот здесь, кстати, очень сильно не хватает какого-нибудь этого, как сказать, показателя этого окончания маскировки. Все-таки. Потому что очень так интуитивно. Я, например, до сих пор не научился понимать, когда она заканчивается. Здесь немножко собираем лут. Куда же без этого. Лутецкий всегда нужен. Пожалуйста, еще кофе. Силовой кабель синий. И идем к Джеффу. Эх.
Вот, как видите, здесь довольно-таки неплохое количество. О, я слышу фырк-фырк. Пойдем с чем. Навоевались. Красавчик, да? Ну, блин, у меня монитор погас. Ему шею сломать нельзя. Ах ты мой красавица. Ох ты, я не могу. Вовремя, блин! Вот тут, кстати, начинается странный момент. Я до сих пор не понял, как это работает. Что это такое? А, нас тут кто-то ждет. Джейд в вагоне сидит. Ожидает. Не-не-не-не-не. Джейд, сиди. Получилось, что ли? Ну, то есть, как видите, один на один. При наличии прокачки. В принципе, можно с ними так справляться, но... Опять же, такое себе удовольствие. Вот она, наша база. У Джеффа очень странная на самом деле. Хотя и прикольная. Ну что, Джефф, давай. Хаюшки. Так, куда отступать-то будем в случае чего? А, вон у нас там, кстати, А, у нас жилая зона рядом. Отлично. Отлично, солдат, я открою питающий клапан. А ты приготовь глаза к празднику контролируемого пировзрыва. Думаю, мне лучше отойти в сторонку. Правильно. Как хочешь, у тебя 10 секунд. Да залезь ты. Обидно, на самом деле. Идея-то, в принципе, неплохая. Я, правда, не совсем понял его задумку. Узрите сатанинский ад, стены апокалипсиса. Шандарах. К сожалению. Что это было? Я нашел Джеффа, и газ идет. Это хорошо. Я же сказал, он незаменим. Ну, боюсь, тебе придется все-таки найти ему замену. Здесь у Джеффа кое-что есть. Минуточку. А где? А, вон она. Вот. Собственно, здесь двустволку мы берем. По-моему, больше тут ничего нет. Я не уверен, на самом деле. Я не знаю, могут ли сюда проникать эти... засранцы. Всякие. Всякие разные. Ну, можно немножко пофармить. Вот реально, кстати, так и не понял задумки этого Джеффа и, ну, вообще, как бы, всей задумки, всей этой ситуации. Что планировалось? То есть он планировал... Давайте сходим за синей хренью. Давайте. Лишним не будет. Ну куда ты? В принципе, ладно. То есть... Смотрите, сама его задумка, она, в принципе, прикольная. Так-то, если подумать.
Вот. Но. Все, ты меня не видишь, отстань. Вот так вот. Отвяжись. О, кстати. Ну-ка. Веселуха. Обновляем. Эй, это мои зомби. С этим товарищем, кстати, можно разобраться еще таким способом. Сейчас. Тише, тише. Как видите, они меня потеряли. То есть достаточно, если сработать не в упор, а именно вот такой вот стрелой взрывной, это работает просто великолепно. Блин, ну вот сейчас сам, собственно, и продемонстрировал, насколько я был неправ. А, ну нет, мне, кстати, отстали. Ну и норм тогда. А, черт, тут эта штука погасла уже. Я до сих пор не понимаю, как здесь, к сожалению, работают все вот эти вот моменты с... Ой. Слушайте-ка, давайте сейчас... Блин, опять монитор потух. Сейчас, минуточку. А давайте-ка сейчас пройдем. Это подземелье, так сказать, зона. Раз уж ночь, ночью их проходить особенно весело. Мама. Склад химикатов. Спрячемся. На складе химикатов произошло что-то ужасное. Теперь все вокруг загрязнено ядом. Засевшие тут мутанты обрели странный и пугающий вид. Они очень опасны. К тому же здесь есть костюмы химзащиты и наборы помощи при ЧС, которые очень пригодились бы выжившим. Вот опять же, наборы химзащиты, костюмы химзащиты вообще нигде больше не используются. Лежат у меня там в комнате в качестве этого. Ну типа, смотри, вот ты здесь был. Ну, естественно, да, берем, принять. Я все время занимался прокачкой набором ЧС именно вот на этой зоне. Вот. Причем тут есть, кстати, забавный момент, сейчас покажу. Вот. А ночью, ну вы знаете, да, они же превращаются. Собственно, как я это делал, если по-быстрому? Давайте покажу. Значит, швырок одной этой фигни. Прорываемся вперед. Это дело открываем. Направо. А, так, сюда. Вниз. Ломаем шею. Хотя это, в принципе, не обязательно. Сюда. Вниз. Сбиваем чувиху. Опять же, это не обязательно, я просто слегка облегчаю все процесс. Можно это все не ломать и не... Ну, как бы ничего... Ай, ну вот это, к сожалению, это уже слегка, простите, потерялся. Здесь мы хватаем набор помощи при ЧС, опять же. Блин! Монитор потух, зараза! Что ты делаешь-то, а? Ой, а где он? А, вот он. Хватаем опять же набор помощи. Да! Ты чё? Проезжаем вперед. Спускаемся вниз. Хватаем еще один набор. И все. Оно закончено. И вот так, собственно говоря... Мы выполнили задачу. У меня просто монитор опять потух сейчас. Вот так вот. Обычно я это делал. То есть вот так бегал, бегал, бегал.
Кстати, Снайдер, забыть Антизин, мы встречаемся с ней в одном из вагонов неподалеку от школы. Нет, не встречаемся, отстань. Вот. Теперь же, что будет, если проходить, так сказать, не торопясь и спокойно? То есть вот так по-быстрому я пробегал именно, когда собирал чисто ЧСки. Это было, естественно, быстрее, сейчас уже просто действительно навык потерялся. Но что будет, если, как я уже сказал, делать это спокойно, без нервов, не торопясь, тут собирая все. Это довольно весело. Во-первых, начнем с того, что у нас ночь. Я напоминаю, ночью мутанты злые. Ну, они, правда, днем не шибко добрые, но, скажем так, они злее, чем обычно. И вот этот забавный момент. Вот это вот место. Здесь можно сидеть, и они сюда не могут залезть. Потому что здесь они, если пытаются лезть... Вот, ждем. Сейчас они начнут агриться. И это забавно. Потому... Ну чё вы? Алло? Ну? Ну эй, ну не подводите меня, ну. О, вот началось. Это весело. Здесь можно набивать очки выживания. Потому что они превращаются и начинают тебя видеть. Понимаете? Все. Они тебя видят. Их можно бить аккуратненько, но не убивать. Тут, кстати, можно даже брать какое-нибудь легкое оружие, чтобы их агрить именно. Не бить, не убивать именно, а именно агрить. Они тебя видят? Правда, вот сейчас почему-то не набирая... Не на... Вот можно побегать немножко. Одни тебя агриться будут. Вот, пожалуйста. Это безопасная зона, они сюда не залезут. Можно пошуметь. Допустим, тем же этим, как его называют. Вот вторая пошла. Обратите внимание, я набираю звезды справа около карты. А вы знаете, что... Ну, вы знаете, что если вы очень долго находитесь под этим преследованием, то у вас очень мощно набираются очки ловкости, выживание и так далее. То есть, вот здесь тупо можно вот так вот стоишь, и, в общем-то, все. И... Они все агрятся и агрятся. Они агрятся все больше. И самое важное... О. Третья звезда. Отлично. Но вообще я здесь не прав. Тут надо пользоваться чем-нибудь шумным. О, смотрите, смотрите, красавцы, а. Сейчас. Вы гляньте на это. Глаза горят. Ух! Здесь надо пользоваться чем-то шумным. Вот, а у меня... Двустволка, конечно, есть, можно из дробовичка пострелять. Шумнул. Ой. Три. Давай четвертую. Ну все, здесь как бы уже неинтересно. Ну, суть, я думаю, вы поняли. То есть как бы вот, вот так вот их агришь на себя, пожалуйста, три звезды. Но, даже дело не в этом. Смотрите, прикол в чем? Пока не кончились, сейчас. Где он? Вон он, бегает. Сюда залез элитный. При этом он ведет все очень странно, потому что его же тут не должно быть. Фактически. Он сейчас сдохнет. Да, он сдох. Но это проблема. Ой-ой-ой, сейчас помру. Нет, не помер. Ну, съедайте аптечку и заходите на эту зону. Короче, тут этих элиток можно... Я собирал по 3-4 штуки. Они бегают. Главное... Ой. А. Главное, короче говоря, этой элиточке нанести... Да, тут можно выключить ограду.
Пожалуйста, можно включить. Это не проблема. То есть. Тут, если собрать несколько этих элиток, а это возможно. И главное, один раз их ранить. Каждого по разику. Если вы каждого по разику ранили, просто не обязательно стоять, вот как я сейчас дурью маялся, да, стоял там напротив него и получал урон. Нет. Можно просто пульнуть одну стрелу в него. И когда он убежит на зараженную зону, а он убежит, потому что они реально какую-то херню страдают, ну, здесь них реально как-то что-то ломается, потому что вы видели, как они здесь появляются, они сквозь крышу просто проваливаются сюда. Вот. И, то есть, один раз попав в него, он убегает, например, на эту зеленую жидкость, дохнет там, и вы за это получаете опыт. Все. Ну, так вот это работает. То есть, весьма удобное место, удобная зона. Блин, качайся не хочу. То есть, пожалуйста, ночью пришел, раз там 5-6 пробежал, и опыта мое почтение. И плюс чески. Совсем, ну, такой бешеный вариант, бредовый. Это когда вы забегаете ночью, вы агрите на себя вот этих ребят. Это, в принципе, несложно. Тут, я не помню, тут как-то надо... Есть какое-то сочетание, я помню, я это делал. Короче, надо их вот как бы залазите сюда, как-то стреляете, по-моему, с пистолета, через чего-то, они на вас агрятся. Вы их отвлекаете взрыв пакетом. Опять же, бежите сюда, пробегаете всю эту территорию и возвращаетесь. Этих не убиваете. Зачем это нужно? У вас увеличиваются очки, которые вы получаете. Ловкости и так далее. Так, надо вспомнить, где все эти трахамудия тут загорает, блин. Гуляй. Ай. Ну, здесь не всегда получается красиво. Так. Вот этот чувак всегда здесь. Это такой бесплатный бонус. В плане развития этого, ну, опыта. Он всегда тут. Да что ж ты тухнешь? Здесь, кстати, есть один баг. Ой. Баг не сработал. Иногда почему-то этот зомби здесь не появляется. То есть звук есть вот здесь, а зомби нет. И если сюда подбежать, сейчас, то есть вот так вот бежишь, такой вот, оба, сделать, он вылетает из пустоты. Я не знаю, с чем это связано, но есть вот такая вот такая странность. Так, о, вот болт. Люблю эти болты, ей-богу. Одно удовольствие с ним. Арбалет — это вообще прекрасная штука. Получите в попу. Если. Ага. Ой. Ты жив, что ли, еще? Не понял. А кто? Ты как меня видишь, морда? А, нет, я уже думал, ты элитка опять. Так, помимо всего прочего, всех этих элиток-улиток, тут еще есть ящики. И их, в принципе, тоже можно вскрывать, опять же, то есть, когда вы прокачиваетесь именно. Ну, то есть, смотрите, лично для меня как, зона прокачки именно боевых навыков, она на том здании, которое я вам показывал, ух ты, красиво выглядит, в самом начале. Потому что там одно удовольствие. Стоишь с луком, популиваешь во все стороны, как говорится, народ сам лезет. Вот. Так прокачиваются очки урона. Вот. Если же вам нужно качать безопасно, если же вам до кучи нужны еще и ЧС-ки, ну, туда можно лезть, можно не лезть, это как бы дело ваше. Красный ящик нужен он вам. Вот, пожалуйста, еще один. Если же вам, в свою очередь, нужны всевозможные ружбайки, ЧС, да, бонусы, да елки-палки, какие-то там полезные плюшки, то, как по мне, самое прикольное место для прокачки — это вот эта вот химзона. Ее можно проходить, убивая врагов, ее можно проходить, не убивая врагов. Я вам показал в самом начале, как это делается. Чуть-чуть, как говорится, потренироваться, и вы будете проскакивать, это вообще не без проблем. Если вы еще этой ночью делаете, то ваши очки всего удваиваются. То есть, ну вот, пожалуйста, синий топор. Вот.
Если же вам нужно, опять же, набрать понемножку там всякого разного, ну, чуть-чуть, как говорится, один-два раза пробежали вот так, как я сейчас пробегаю, то есть спокойно, не торопясь, убивая всех, насобирали, как говорится, там всевозможного всякого разного полезного, и вот вам счастье по полной программе. Ну-ка, что сейчас выпадет? Даже любопытно. Вот, пожалуйста. Блин, зеленый. Ну, зато зверюгу дали. Ну, тоже тем. Вот такая вот она, замечательная зона химсклада. Вот. На зеленую же лучше не наступать. Здесь кругом валяются наши с оторванными головами. Почему-то. Такой четкий показатель, да, что сюда вставать не надо. Эх, жадность фраера сгубила. Ничего, я справился. Здесь я вроде все собрал. Вот как-то так. Вот такая она. Забавная зона. Что там по времени? 3.10, да? Так, по заданиям. Нет, никаких джейд. Украсть украденное. Бинокль, водоросли, крючья. Так, крючья, поджигатель, Саид. Это взяли. А, угу. Так, давайте-ка мы... Во-первых, ядовитые травы отметим. Вот, а во-вторых, сейчас мы сходим в этот. К слову сказать, когда вы покидаете зону, рядом обычно никого нет. Для ядовитых клинков мне нужен аконит. Его высокие фиолетовые цветы найти нетрудно. Они растут вдоль канав к западу от нас. Иногда встречаются по берегам ручьев. Каждого, кто принесет мне аконит, ждет награда. Муса. Муся. Блин, ядовитые клинки, да? Казалось бы, прикольная тема. Но она никак не развивается. В твоем случае. Потому что тебе от того, что ты им принес эти клинки, не жарко, не холодно. Он тебе даст такую награду и вали родной куда хочешь. Вот, можно немножко пособирать, опять же, всякие плюшки. Не то, чтобы тут было что-то прям офигеть какое важное. Да нет, так по мелочи. Вот там стоит аж три машины. По-моему, две полицейских, одна медицинская. Или по одной. А нет, да. Одна такая, одна такая. Ну ладно. А, черт, я же тут скрывал уже. Или нет? Нет, этот не скрывал. Давайте скроем. Тут патрончики валяются. Там кто-то очень страшно дышит буквально недалеко от меня. Нормально. Да. Ну, фактически набрали мы всякой херни. Двуручно разбираем. Ржавое сиреневое ружье. Так, нам сейчас надо что? Берем ядовитую гадость. Ночью с ядовитыми стрелами бегать — это прям одно удовольствие. О, кто-то откуда-то навернулся, судя по звуку. Бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Не догонишь, не догонишь. Ля-ля-ля. Здорово, дом с красным дымом. Дым с красным домом. Наконец-то, я уж боялся, что ты не придешь. У тебя тут красный дым валит, так что жди неприятности в гости. Только красный остался. Но ты здесь, значит, получилось. Угу. Сходи на базар и передай этот конверт Азизу. Скажи, это от Райана. Окей. Красный фосфор, щелок, йод, соляная кислота, этиловый эфир, фенилнитрат. Явно не бабушкин рецепт. Точно. Лена, это Крейн, слышишь меня? Крейн, это Аман. Лена занята. Чего хотел? Мне только что вручили список покупок. Красный фосфор, щелок, йод, соляная кислота, этиловый эфир и фенилнитрат. А, значит, тот вот так запросто дал тебе рецепт слэма. Это та штука, которую принимают главари за Раиса, чтобы сутками не спать. Психи. Даже прыгуны умнее тех, кто накачивается этой дрянью. Значит, пора прикрыть этот бизнес. Вообще-то нам самим нужен фенилнитрат. Это медицинское дезинфицирующее средство, и оно у нас закончилось.
Ты хочешь, чтобы я приобрел все по списку? Приобрел. Точно, а потом жду тебя в башне. У меня возникла идея, как их красиво обставить. Окей. Кстати, мы... Вылазка в туннель. Так, ядовитые травы. Ядовитые травы это вот здесь, да? Это что такое? А, и садоводство, да? И рынок. Угу. Сколько у нас времени? Ну, знаете, пойдемте сейчас вот эти три тогда выполним. Они как-то рядышком получились. Так, вылазка в туннель, да? Так, нам сюда. Нет, нам туда. Нам вообще куда? Ай, ёлки-палки. Короче, иду на рынок. В этом мосте надо всегда помнить. Он очень удобен. Не нужно проходить внизу через эти дурацкие туннели. На мосту всегда безопаснее. Во-первых, с него есть куда сбежать, если что. Тут как бы просто может банально спрыгнуть. Просто даже. Ау. Да, это будет больно, но вы выживете. А это, по-моему, немножко важнее. Ловушка в машине. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Ай. А что такое? А сколько времени? А, ну все уже. Бе-бе-бе. А я говорю бе-бе-бе. Блин, он драл. Не получилось с ним красиво разобраться, но то хрен с ним. Так, ой. Идти то налево. Кто-то считает дни. Бухаете, ребята? Сюда нам пока нельзя. Так, здесь есть Азиз, есть... А, это испытание, идите лесом, не хочу его проходить. Здорово, торгаша. Торгоша. Торгаша. Так, что у тебя есть, торгаша? О, разрывные стрелы. Я как раз потратился. Продать. Что-то тебе можно загнать. Двустволку забери. Ржавое ружье забирай. Ну, самозарядное перебьешься. Ты, да, 2400. 2700, динамит оставляем, мешочек на, сигареты на. Так, давай, чувак. Азиз, ты Азиз, я Трайна. А что с Асамом? Асам, как думаешь, вы, ребят, совсем себя не бережете? Слушай, у меня есть все, кроме фенилнитрата. Значит, у тебя нет того, что мне надо, и у Райана ничего не выйдет. А что я могу? Прошлой ночью курьер разбил в туннеле машину. Сейчас он там же, где я сам. А твой фенилнитрат валяется в багажнике. Хм. Если хочешь сходить за ним, другого в Харане все равно нет. А, сходи за ним. Это последняя в партии фенилнитрата. Больше не предвидится. Как выглядит машина? Кажется, белая. Это все, что я помню. Белая машина. Охренеть координаты. Ты в самом деле пойдешь туда? Райан не любит, когда его огорчают. Ты должно быть крепкий орешек. Если не погибнешь в туннеле, я тебе предложу неплохой вариант. Он ничего не предложит. Это тоже ни к чему не ведет. Так, а это у нас, по-моему, халиковское место, да? Да блин. Да залезь ты, елки-палки. А, это нет, это выполнить задание Джафара. А, ну не только его, кстати. И два этих придурка здесь же сидят, да? Здорово, морда. Саид. Ты все принес? Ты все принес? Покажи. Да, да, прекрасно. Саид будет жить. Это может стать началом прекрасной. Мы не друзья. Нет, нет, конечно нет. Ошибочка вышла. Союзники.
Нет, не союзники. Скажи, как ты их делаешь, и я пойду по своим делам. Ладно, понял, больше не говори ничего. Мы с тобой договорились. Ударили по рукам. Заткнись, Саид. Да, сэр. Ну, вот так мы получили, в общем-то, этот чертеж Саида. Непонятно, зачем это. Ну, вы уже видите, я уже показывал эти чертежи. Они точно такие же, как и обычные. Так, Джафар, Джафар. А надо ли ему бомбу относить? Что-то я не помню. По-моему, надо. Джафар, люди Раиса и правда кое-что нашли. Что-то стоящее? А динамит чего-то стоит? Да он на вес золота. Мы из него такое сделаем. Курт спец в этих делах. Ладно, одна связка тебе, остальное мне. Курт разберется, куда его пристроить. Будем на связи. Спасибо. Курт разберется. Так, что у нас здесь? Во-первых, ядовитые травы. Давайте мы с ними разберемся. И с запасными очками. Так, ядовитые травы это... Ну вот они, собственно, ищем. Вот ядовитые травы, ядовитые травы, ядовитые травы. Так, это вот сюда. Двинули. Двинули. Одна, я говорю, безопасная зона после другой. Отстань. Не рычи на меня. Я занят, позвоните попозже. Пусто. Давайте вскроем. Отстань, я занят. Я бы не парился, если бы сразу не нашел этот эту комбинацию, блин, так сказать. Да ну, блин, вы что, издеваетесь, что ли? Ты что на обычном зомби бычишь, ты? Все сбежались. Не ори. Хороший способ закончить спор. Так, Аконит. Блин, а вот он, кстати.